Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре леска от производителя Strike Pro, называется она Challenger. Представляется в такой упаковке, все в зеленых тонах, тонах фирмы Strike Pro, и бобина внутри, и сама упаковка здесь выглядит в таком одном стиле. Сбоку имеется наклеечка, ну в принципе, по сути, она не нужна, так как вся информация указана и на самой бобине. Сзади рассказывают о превосходствах над другими фирмами данной линейки Challenger и о том, что она отлично будет удерживать рыбу, сделанной из высококачественных материалов. И сделана она в Японии. Упаковка довольно-таки широкая, и сама бобина, в принципе, идет высокая. Выпускаются они в трех размотках, это 150 метров, 200 и 250. Как по мне, такие довольно-таки серьезные длины. Ну, я взял 150 метров, так как данную леску в данном диаметре я планирую намотать на свою судаковую удочку. 0,28 диаметр, поэтому взял на разрыв 6,6 килограмм. Я думаю, мне вполне этого хватит. Ну, а данная линейка представлена в огромнейшем количестве диаметров от 0,14, так для таких легких снастей, и аж до 0,6, для чего можно использовать 0, ну не знаю, может 0,6 больше подойдет под какие-нибудь поводки, под жерлицы, ну просто не вижу смысла использовать настолько толстую леску, например, как основную, ну может быть для ловли на каких-то платных прудах, по карпу, по тому, если вы знаете, что там водятся особи больше 10 килограмм, тогда, может быть, да. Но, наверное, даже в таких случаях целесообразнее использовать шнур. Хотя леска отлично, получается, смягчает удары рыбы. Она растяжимая, она работает как такой фрикцион, и некоторые все же предпочитают в карповой рыбалке именно леску. Здесь нам обещают, что она имеет минимальную память, то есть во время того, как она намотана на катушку, не будет она сходить витками, не будет делать бороды, и это говорит о хорошем качестве. Здесь для того, чтобы держать кончик лески, имеется специальный язычок, сделано все очень удобно, практично, и хочется сказать, что по ощущениям леска действительно такая мягенькая, приятная, и думаю, память действительно у нее будет минимальная. Плюс хорошо будет укладываться на катушку. Мне такие мягкие лески очень даже нравятся. По диаметру, я думаю, плюс-минус он соответствует. 0,28, я думаю, ну может быть немного побольше, но на глаз это, естественно, и не определишь. Хочу сказать, что по первому впечатлению вызывает очень такой положительные эмоции. Я думаю, что с данной леской не будет никаких проблем, и она отлично будет мне помогать в ловле судака. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.